«Я тебе на Рождество от души». Так называется проект Латвийского радио 4, которым наши коллеги решили отметить свой юбилей. Ровно 15 лет назад Латвийское радио 4 стало вещать круглосуточно. Ведущий утренней программы «Домская площадь» Андрей Хуторов проводит нас в студию. Отсюда на радиоволнах вот уже 15 лет по всей стране разносятся программы Латвийского радио 4. Круглосуточно. Мы сами люди, мы радио делаем для людей. И вот эта человеческая составляющая, она очень важна. У нас, когда появились передатчики на латвийско-российской границе, мы стали получать письма, что называется, оттуда. И российские слушатели нам пишут о том, что они приятно удивлены тем, насколько человечное радио. А такое оно благодаря команде, творческой и сплоченной. Радио оно фильтрует. Остаются те, которые хотят здесь быть, которые могут, которые рождены для радио. Вот. Поэтому вот те люди, которые сейчас с нами работают, вот все мы вот, отсеялись, так вот получилось, такой сплав. Крепкий? Крепкий. За время работы бок о бок было пережито многое, а в креслах гостей побывали тысячи человек. У нас есть собеседники, которые говорят, а я тут как на работу хожу, я уже все знаю. А есть люди, которые бывают на радио первый раз, они очень волнуются. И тогда я чувствую, даже говорю им об этом, что я чувствую себя как медсестра. И я им всегда говорю, не бойтесь, больно не будет. И после того, когда они выходят из студии, они улыбаются, говорят, как уже все? Я говорю, ну вот видите, совсем не больно. Несмотря на трудности, радио осталось, но изменилось. Сколько десятилетий видео пытается убить радио, а все равно получается вот такой симбиоз, когда сейчас на звук накладывается картинка. И вот сегодня вы были свидетелями того, как радио превратилось в телевидение и фактически пошло уже в видеоэфир благодаря вот этой видеокамере, которая стоит у нас в нашей студии. Отпраздновать 15-летие на Латвийском радио 4 решили также мультимедийно и создали проект «Я тебе на Рождество от души». Это тот случай, когда сложился пазл, и он сложился из многих кусочков. Это и 15-летие Латвийского радио 4 в эфире, это и православное Рождество, это наше желание поздравить радиослушателей, это наше желание поздравить друг друга. И все сложилось. Очень неплохо получилось, кстати. Да. Это аудио и видео поздравления. 10 ведущих читают стихи по выбору и желанию. Любит, не любит. Я руки ломаю и пальцы разбрасываю, разломавшие. Посмотреть видеоисполнение стихов можно на портале rus.lsm.lv, а аудиоверсии уже звучат в эфире Латвийского радио 4. Анастасия Дьяконова, Айнис Купч, Латвийское телевидение.